Здравствуйте, уважаемые коллеги. Доброе утро. У кого-то утро, у кого-то день. Всех рада приветствовать. Скажите, пожалуйста, как связь? Слышно ли меня? Слышно. Прекрасно. Слышно и видно. Отлично. Ну, тогда давайте начнем. Сегодняшний наш каждодневный эфир 15 минут с ребенком в детском саду и дома. И сегодня я хочу еще раз сделать акцент на чтении. На книгах, которые необходимо читать детям, но только сегодня мы поговорим о раннем возрасте, о том, что необходимо совсем маленьким деткам и какие книги желательно использовать. Так как малыши, они маленькие, им сложно сконцентрироваться, им сложно долго удерживать на чем-либо внимание, они очень быстро отвлекаются, поэтому и книги для таких отвлекающихся деток, для малышей, должны быть очень хорошо подобраны. Во-первых, должны быть книги плотные, потому что ребенок может эти книги перелистывать несколько раз, просматривать, удерживать внимание, им очень сложно, и они будут постоянно просматривать и пересматривать книгу. Поэтому желательно для детей раннего возраста выбирать книги с плотными страницами. Вот данное пособие, данная книга у меня уже в моей личной библиотеке находится много лет. У меня ребенок уже пойдет в школу. И даже за такой большой промежуток времени она сохранилась достаточно в очень приличном состоянии, потому что качество книги очень хорошее. Очень плотные страницы, очень плотная книга, и это очень важно, особенно для детей раннего возраста. Что еще, на что мы должны обратить внимание при выборе пособий, книг для малышей? Это, конечно же, иллюстрация. Иллюстрация должна быть очень яркая, очень добрая. Давайте я сейчас сделаю побольше. Вот, тогда лучше. Должна быть яркая, добрая. Посмотрите, какие замечательные здесь персонажи изображены. И такие позитивные, такие добрые картинки как раз и несут положительные эмоции детям раннего возраста. Мы можем поговорить. Ну, вот, ставка теремок. Сначала мы можем посмотреть, кто первый пришел к избушке, к теремочку, да, мышка, и проговорить, а как мышка разговаривает. Ребенок может здесь сымитировать голос мышки, как она пищит, пи-пи-пи-пи-пи, да. Поговорили с ребенком. Потом, значит, мы смотрим дальше. Следующую прижали лягушка-квакушка. Здесь уже можно предложить деткам поквакать. Как лягушка квакает? Ква-ква, да? И так проиграть с каждым персонажем. Ну, зайчика, наверное, будет сложно произнести. Здесь мы можем сымитировать его движение. Как зайчик прыгает. Если можно показать, да, и лягушку можно попрыгать, и зайчик может попрыгать, или уши показать, какие у зайца длинные уши, и вот так вот с детками помахать ушками, то, что это такой вот зайка. То есть
с каждым персонажем конкретной сказки «Теремок» мы можем проиграть детками раннего возраста. Помимо всего прочего, чем хорошо это пособие? Тем, что здесь есть еще и пазлы. Смотрите, они очень легко вынимаются, и строится цепочка, сюжет сказки можно выстроить. Вот стоит в поле теремок, я вытаскиваю мышку наружку, и ребенок соединяет между собой пазлы. И выстраивается картинка, ребенок уже может построить, что будет. Сначала домик, теремок ставил пустой, потом пришла мышка наружка, потом мы берем следующего персонажа, и ребенок должен подумать, мы можем выложить просто сначала все персонажи, и ребенок должен выбрать из предложенного перечня необходимый персонаж. Кто после мышки пришел? Лягушка. Конечно, это собирать нужно на столе, а на весу это не очень удобно. Когда ребенок выкладывает такую цепочку, картинку на столе, это очень удобно. И еще раз можем проговорить с детьми, что вспомнить сказку. Ребенок уже может рассказать, стоял теремок, пришла мышка, потом лягушка, и поиграть еще дополнительно с такой книгой мы можем на столе, так сказать, театр такой на столе, сказка на столе. Так все персонажи вытаскиваются, и что здорово, что очень удобно именно для малышей. Потом, когда мы проигрываем всю сказку, мы можем очень легко и просто убрать в нужное место наш пазл, чтобы они не растерялись. И малыш уже соотносит. Ну, вот он, дом, здесь тоже у нас нарисован дом, и осталось место для домика. И явно сюда лягушка никак не поместится, да? Как бы ребенок не хотел бы ее сюда поставить, он должен будет найти именно вот эту картинку, именно домик. И таким образом он уже начинает вставлять пазлы в книжку. И это тоже очень хорошее такое занятие развития мелкомоторики, потому что когда мы вытаскиваем пазлы, когда мы вставляем пазлы, у нас работают кончики наших пальцев, а пальцы, вы знаете прекрасно, что это развитие головного мозга. Здесь наша речь, здесь наша мыслительной операции. И чем больше ребенок проводит какие-то занятия, связанные с мелкой моторикой, а вот пазлы это как раз и есть мелкая моторика, тем больше и лучше, тем лучше происходит развитие у детей, особенно раннего возраста. Поэтому такие книжки, они просто находка для педагогов и для родителей в том числе. И что еще мне хочется сказать? Когда выкладывается сказка, когда уже проиграли, ребенок хорошо знаком с уже конкретной сказкой, мы можем уже дальше предложить детям, которые чуть-чуть постарше, уже средняя группа, предложить сочинять свою сказку. Уже использовать не готовую сказку, которую мы выкладываем, а, например, ребенок уже может придумать домик где-то там, или дворец это будет. И во дворец, или в домик кто-нибудь там пришел, например, какая-то мышка, которая любила, что-то очень любила чем-то заниматься, что-то делать. И ребенок здесь начинает фантазировать, и его фантазия развивается, и здесь уже можно обыгрывать очень интересные сказки, помогают ребенку развиваться, развивать разные сюжеты и придумывать уже в разной последовательности, составлять вот такую интересную сказку. Это книжка «Теремок». Также из этой серии есть тоже очень интересные сказки «Маша и Медведь». Сам сюжет сказки, конечно, это для деток немножко постарше. Вообще можно использовать эту книжку долгое время, потому что сначала мы можем просто рассматривать картинки, просто составлять пазл, потому что здесь так
на каждой странице вытаскивается пазл, мы можем также собирать цепочку от их сказки, да, для малышей. А когда детки уже постарше, они уже могут здесь почитать самостоятельно. Здесь достаточно понятные буквы, здесь достаточно понятный шрифт, и поэтому дети могут почитать. Хочу переключить следующий слайд. Почему-то у меня не хочет переключаться. Секунду. Пока я его переключаю, я хочу еще раз сделать акцент на том, что простые пазлы, они очень необходимы для развития детей. Извините, почему-то у меня не переключается слайд. Не могу переключить сайт. Так, ну, дело в том, что... А, вот, переключается. Угу. Так, еще раз хочу вам сделать такой приятный акцент на том, что по промокоду МПАДА в школе Синегномов действует скидка 30%, ой, простите, 25% до 30 апреля. И такие пособия вы можете приобрести с такой приятной скидкой, и вам будет как раз с детками заняться на карантине, когда сейчас мы все сидим по домам и вынуждены самоизолироваться. Спасибо всем за внимание. Играйте в сказку. Развивайте своих деток, воспитанников или своих деток, которые у вас есть. Желаю вам приятных сказочных историй. До свидания.